факультет АЭС. Рубышева Анастасия, гуманитарный факультет. Дэн Константин, ансамбль «Мишелон». Посмотрите на них. Все это время они были вместе с вами. Вот эти благодарственные письма, которые девчонки разносят, это благодарность не только от студенческого клуба, а также и от ректората нашего университета. Мне очень приятно, что вас запомнили, вас знают. И будут смотреть на вас так же, как сегодня я смотрела вот на видео выпускники. Это было совсем недавно, когда они выпустились. Оказывается, прошло столько лет. Замечательная флешка и ручка с символом стигматизма студенческий клуб будет напоминать вам, что мы здесь, мы действуем, и мы не хотим с вами расставаться. Мы вас просто отправляем в большое плавание. Давайте вам хорошие дороги, творчество. И, конечно, сделайте так, чтобы мы вами гордились, потому что сейчас мы вами очень-очень гордимся, и это подтвердят наши зрители. А мы тоже хотим сказать слово. Говорите. Ребята, мы выражаем огромную благодарность студенческому клубу, потому что если бы не вы, не было бы этого прекрасного коллектива, мы не бы стали, мы не стали одной большой семьей, мы бы так и не сплотились, мы бы так дружно не работали. А в последующем, конечно, у нас начнется повседневная жизнь, но мы очень будем хотеть вернуться сюда снова и почувствовать себя студентами. Не только хотеть, Ксюша, нужно вернуться, это верно. А мы вернемся. Наталья Ивановна, Юлечка, Лерочка, Леша, мы вас очень любим. Вот. Очень вам. Говорим огромное спасибо. Спасибо вам, творчество, вам, дорогие наши выпускники.